покурить? Ну, с армии, с 18 лет. А вы пытались бросать? Нет. А мы уже не курим. Может быть, я хотел бы бросить курить. Не пойди, даже бросал несколько раз курить, и все равно, когда стресс, когда что-то, все равно приходится курить. А так я знаю, да, спасибо, что вы пропагандируете. Молодцы ребята, что курение действительно, курение как и пьянство, правильно? А вы курите? Нет, конечно. В молодости приходилось, сейчас вот не курю. Бросил в раннем возрасте, еще в армии. Вы курите? Да. Да. Утром от тебя не пахнет, как от табакерки. К сожалению, да. А как долго вы курите? Уже на протяжении 6 лет. Я противник от курения где-то в подъездах. Что вы знаете о вреде курения? Все плохо. Ну, это надо самому решить и бросить. Просто надо, конечно. Сила воли и все. И желание бросить.